Депутаты Совета депутатов Одинцовского округа от партии «Единая Россия» поздравили с новогодними праздниками семью Туф из Донецка и вручили детям подарки. Анна – медсестра, и ее дом в Горловке был полностью разрушен во время обстрела в 2015 году. Тогда погибли старшая дочь и муж, а младшие дети Милана и Захар получили ранения. Самой Анне оторвало руку. Сейчас семья проживает в Одинцовском округе, ведет хозяйство.